многозерновая каша с козьим молоком и фундуком. Может быть, конечно, для пищеварения не фонтан, но для того, чтобы Емелюшке было вкусно, это вкусно, чтобы он с удовольствием кушал. Фундук тру на самую мелкую терку, чтобы все смешать, чтобы ему какая-то тоже была польза, калории, чтобы кушал с удовольствием. Зайчик наш маленький, кушай, кушай, зайка. Иногда сам немножко покушает, иногда кормлю с песнями, с плясками. Такой пластиковый ножик у меня есть. Я на кончике ножа так набираю, и он так тогда с удовольствием так кушает, как с ложечки. Тогда может всю-всю кашу под ноль съесть, вот так вот, если я сижу терпеливо с ним. Но сейчас вот, слава богу, сам кушает. Ага, фундук понравился. Потертый. Я так арахис тоже тру, другие орешки добавляю куда-нибудь. Или в пюре какое-нибудь овощное, или фруктовое, или в творог. В общем, чтобы всякие полезности были. Видите, шерсть такая оброс вот здесь на мордочке. Мордочка была лысая. Вот здесь все между глаз было лысое. Но вот уже обросло все шерсткой. Это хорошо. Хороший признак. Вкусная, Емелюшка? А что ты выплюнул такое? Что это тебя тут вот мимо тарелки? Ну, кушай, кушай. Вот все съест. Молодец. А если все съест, потом... еще добавки дам.